рассказывали о русском челоче Владимире Синеглазове. О человеке, который обладает не только огромной силой, но и имеет такую растяжку, которой мог бы позавидовать даже Ван Дамм. Сегодня Владимир специально для нашей программы подготовил новый рекорд. Для того, чтобы подготовиться к рекорду, Владимиру потребовалось 18 лет упорнейших тренировок и 3 минуты разогрева. Вместе с ним к рекорду готовилась и ваш корреспондент Екатерина Сиротина. И смею вас заверить, что такого вы в своей жизни еще не видели. И вот все готово. Все замерли в ожидании. Еще несколько секунд, и суперрекорд будет установлен. Впервые в мире на российском силаче, сидящем в шпагате, тоже в вертикальном шпагате, стоит корреспондент программы «Башня». Специально для программы «Башня».